Привет, зритель. Ездила купаться в одно лицо на велике. Приезжаю, у меня уведомление на телефоне. На почту зайди, посылку получи. Короче, я как бы ее уже распаковала, пока хомячила пельмешки на кухне. Но я обратно все сложила. И покажу тебе, как бы доставая из коробочки. Вообще там было все хорошо так упаковано. Это посылка от Светы из Москвы. Спасибо, Свете. Тут всякие такие пакетики, в которые это все было упаковано. А еще был чай. Ну, как бы вот видно, да? Я еще так это достаю пакетик. Такой вроде как пакетик с чашечкой чая. Думаю, что там такое? На ощупь вроде как чай. Так открываю. А и правда чай. Чай из Кантаты. Короче, сейчас тут что? У Светы большая коллекция парфюмерии. Света решила со мной поделиться своей коллекцией парфюмерии, то, чем она не пользуется. Ну, не подошло, не понравилось. Как вот я устраивала весной какой-то там обмен этой парфюмерии. Кошка тут у меня буйствует. И еще кое-какая косметика на пробу. Но мне рука потянулась к чаю. Чай Кантата. Галерея вкусов. Восхитительный купаж черного чая с малиной, какао, лавандой, розой, васильком, жасмином, фиалкой, грушей, бузиной, белым шоколадом, ванилью, личи, чили и розовым перцем. Офигеть! С удовольствием заварю и попробую. Скину в Инстаграм еще, может быть. А может, даже на телефон заведусь. Я не знаю, видно ли это, вот, но оно фоном сзади ходит. Вообще, оно у меня сначала очень все красиво лежало на столе, на кухне. Если ты, зритель, подписан на мой Инстаграм. Если не подписан, ник такой же, как на Ютубе, I Forever. Короче говоря, там все так красиво лежало, но кошка у меня потом пыталась это что-нибудь утащить. Вот оно не видно, но вот оно. Вот, оно вот будет стоять слева по борту. Кантата чайчик. Кантата второй чайчик. Ты что, зритель, думаешь? Тут два чайчика. Кантата, японская липа, зеленый чай, апельсин, липовый цвет. Очень круто. У меня был когда-то чай с японской липой, я не помню, Хилтон вроде в таких баночках красивеньких. У меня вон этих баночек штуки три. Я делала вчера отвар на волосы и достаю одну баночку из-под японской липы Хилтона. Там что-то у меня есть. В общем, вот. Тоже с удовольствием буду заваривать. Спасибо, Светочка. Так, стоять. У меня есть фиолетовая коробочка от Ксюсы. Я ее сейчас даже достану. Ой. Как бы так достать-то, чтобы ничего не уронить. Вай-вай-вай-вай-вай, не падай. Пум. А теперь у меня есть еще и желтая коробочка. Ой. Короче, вот от Ксюши у меня есть Dior Pure Poison. А цвет у меня будет Dior Dolce Vita. Желтенький такой. Сейчас мы унюхаем его. Такой прикольный. Так. А, да, у меня вечно... Я пока соображаю, как открыть. А, оно уже открылось. А. В итоге я не донюхалась и прыснула на себя. Вот так он пах как-то по-другому из крышечки. Ну, в смысле, отсюда. А тут он пахнет как-то иначе. Мне вообще сначала немножко хуи показалось, а когда вот я прыснула на себя. Короче, прикольно, с удовольствием буду пользоваться. Спасибо, Светочка. Только он как он. Похож на сыр. На круглый. Желтая коробочка. Ариска. Кошки духи не едят. Даже такие странные, как ты. Я надеюсь. Я надеюсь, что кошки духи не едят. Кстати, там была еще лимитка Эрис Нуара. Еще одна. Ну, уже не то, что лимитка, она уже снялась глубоко. Я уже забыла даже, что у Yves Rocher был Эрис Нуар в таких малюсеньких флакончиках. Тут у нас Сальвадор Дали. Вылазь. Зенсина. Мне, по-моему, от Сальвадора Дали стабильно были губки. Я не помню, как их звали, но я помню, что я всегда приходила в один магазин у нас там на в районе Часового 25 вообще он назывался. Дзанья Жива, там какие-то другие сейчас магазины. И покупала эти губки. Почему губки, хрен знает. Ну вот я запомнила, что они как губки. И губки вкусно пахнут. И флакончик такой, как губки. Так, это тоже у нас Сальвадор Дали. Дали Лайт. А это что у нас? Я что-то не прочитала даже название-то. Дали Стиль. А это Дали Лайт. Дали Стиль, Дали Свет. Давай выпрыгивайся. Ну, тут губки, носик. Нос со всех сторон, губки с двух сторон.
Она Ферзю напоминает. Кошка, ты что делаешь вообще? Ферзю, которая вот из этой, ну, как ее звать-то? Из шахмат. Я в деревне разбиралась с горницей, нашла коробочку из-под шахмат, открываю, а там ничего. А где шахматы, хз? Лагуна. Тоже Сальвадор Дали. Во, губки. Вот эти губки. У меня еще где-то есть с розовым носиком, ну, в смысле, с розовой крышечкой. А может, уже и не есть. Ну, чисто флакончик сам. С удовольствием заюзаю. Правда, я их уже не смогу понюхать, я тут так как-то напрыскалась. Ну, так как-то растеклось. Приятный, короче, аромат такой. Я сначала подумала, что когда открыла крышечку, так как-то пахнуло, будто это на холодное время года. Вот. Ну, а сейчас у нас довольно тепло, и ничего так чувствуется. Рука у меня... Ой, кошка, ну зачем же ты у меня выкидываешь из руки? Рука потянулась, но кошка решила иначе. Слиппинг. Масло ши. Свежая маска. Короче, апуэль, не знаю, я первый раз такую марку вижу, но сзади у нее, по-моему, то ли... Да, это Корея. Я сначала думала, что Китай. Корея. Сделано в Корее. Да, на китайские и японские иероглифы, но мало тянет там у корейцев. Они такие с овальчиками, все. Это ночная маска для лица, питательная, с маслом ши 50 мл. Вот я ее сегодня вечером и нанесу. Спасибо. С удовольствием заюзаю. Потом в пустые баночки отправлю. Так, лежать. Да, тут было все такое закинуто вот такими пенопластовыми тройками. А мое животное, как увидела одну тройку, так радостно подскакало вместе с ней. Я подумала, может их, ну как-то вот... Ой, они сломались слегка. Ну, помять их так, может, он-то АСМР будет. Кстати, мне тут на днях подружка отдала такую штуку, которая называется слайм. Ну, как раз то, что у меня тогда просили в АСМР сделать, это слайм. Но я что-то на него посмотрела, он никаких звуков не издает вроде особых. Правда, она мне объяснила, в чем кайф, когда на него смотришь. Я, правда, видимо, тоже не догоняю. Ну, не суть, короче, у меня теперь есть этот слайм, можете меня пнуть. Теперь у меня еще есть свой эликсир и фраше, малюсенькая такая миничка. Их раньше давали в подарок за заказ, потом можно было в каких-то наборчиках приобрести. Вот, а, пресс какая. Оно до сих пор, как бы, маленькая минька повторяет размеры, ну, в смысле, формы флакончика, вот, которая большая минька. В смысле, большая, не минька. В смысле, вообще большая. Вот. Эликсирчик. С удовольствием буду юзаться. Спасибо большое, Светочка. Так, давай обратно засовывайся. Вот, а. Минечка. Так, и та самая Минечка Риса Нуара. Вообще, счастье есть. Оно не может не есть. Круто. Я помню, у меня был такой малюсенький флакончик, потом был 75 мл, 50 мл. Я на них долго молилась, ну, в смысле, долго ими пользовалась. Они такие термоядерные, дорогоиграющие, такие суперские вообще. Я, конечно, уже надушилась, а... Но кайфануть-то ведь никто не мешает, да? Круто. Малюсенькая ифрашешечка. Рис-нуарочка. Тот классический ифраше, который когда-то был. Пока у него все это не снялось с производства. Так, это у нас чего? Ямамото. Йогди. Йогди Ямамото. Японец, что ли? Но сделано почему-то во Франции, хотя и Ямамото. Так, Ямамото, иди сюда. Я его уже доставала, кстати, на кухне. Прикольно. Чем-то таким вкусным, свежим, сладким, цветочным пахнет. Круто, спасибо. С удовольствием заюзаю, может, даже вот на июль... Засуну его, как в ароматы июля. Хоть я большую часть собираюсь в деревне тусовать, но все равно здесь-то я тоже бываю. В деревне-то не попрыскаешься, если у вас есть пчелы. Если вы не хотите, чтобы осушали. Так. У меня тут есть замечательный малюсенький кремик для ручек. Можно вот как раз такую сумочку положить 30 грамм. Био Аква. Роза и Марк. Что за Марк? Не знаю. А, Марк, наверное, этот кот. Роза и Марк.
Там еще есть крем для ручек, поэтому я пока этот не буду открывать. Я его тут положу. Кошка, ну куда ж ты едешь-то? Вот еще один крем для ручек. А тут у нас Лилия и Дево. Видимо, это собачка. Тоже крем для ручек, как я уже говорила. И тоже 30 грамм. Вот тут. Блин, мне уж показалось, что она прыгнула мимо камеры, через камеру. Потому что эта кошка как-то так интересно прыгает. Я бы могла понять, если бы она была большая лягушка. Или какая-нибудь коза. Которая животное. Круто, хороший кремик такой. Я вообще не чую, чем он пахнет. Быстро распределился, быстро впитался. Супер, спасибо. Света, так. Надо прикрыть, а то тут у нас сейчас все растащит, все эти белые фиговины во всей квартире. И вот такая штука, вообще, когда я прочитала, что это за штука, я так удивилась, я даже не знала, что такие бывают. Лунатура. Ну, соответственно, фирму я вижу впервые. Это у нас энзимная пена, порошок для умывания, пенная маска. Я прочитала просто способ применения. Высыпьте на ладонь небольшое количество порошка, примерно 2-рублевую монету. Смешайте с несколькими каплями воды до образования пенки. Нанесите пенку на лицо, как маску. Подождите 10 секунд, смойте водой. Вообще первый раз вот такое вижу, что вот, ну, как там порошок с водой. Не, я знаю, что есть Уптан, я вот что-то так это подумала, что ведь вариант как бы Уптаном лицо умывают, но тут именно пенка. Она сделана в Японии. Обязательно заюзаю. Наверное, может быть, сегодня вечером. Может быть, завтра утром. Так, ну и зачем ты чай уронила? И потом скажу свое мнение в пустых баночках. Спасибо большое, Светочка. Вот такая замечательная посылочка. Залетела вообще буквально за 2 суток. До Углича. Я что-то думала, там Почта России мне пишет, что типа придет на следующей неделе. Я как раз вроде 22-го собираюсь сваливать. Потом думаю, а у нас почта же не работает в понедельник. А она такая-то, думаю, что, как ждать, не ждать. Она раз, и уже тут. Круто. Почта России научилась работать. Спасибо большое, Светочка. Снова еще один. Ну и всем спасибо за просмотр. Отличная посылочка. Всем хорошего настроения, теплого лета и т.д. и т.п. Пока! Не забудь поставить палец кверху.